Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке очень интересная посылочка. Шла эта посылочка 32 дня. Отслеживался трек номер, оценен в $15. Посылочка запакована. Единственное, вот здесь вот заклеено почему-то скотчем, чуть надорвано. Посмотрим, что в ней. Интересная посылка, а именно здесь должен быть набор для наращивания ногтей. Давайте посмотрим его. Еще была заказана лампа, но лампа пока не пришла. Так, пакет пустой. Вот так вот все аккуратно упаковано. Да, все аккуратненько упаковано. И давайте же посмотрим, что входит в состав этого набора. Так, откуда бы начать? Китайцы все позаклеивали. Значит, что входит в состав этого набора? Значит, вот такие вот наклейки. Я, правда, не совсем знаю, для чего они, для чего-то нужны. Вот такая вот штучка для раздвигания пальцев, вставляется между пальцами. Вот такой вот гель. Там еще одна штучка для пальцев. Пилочки для ногтей. Кисточка. Это гель на экстракте алоэ. Да, написано, что с витамином B5. По-русски пока ничего нету. Так, вот такая вот щеточка для очистки. Еще какой-то. То ли гель, то ли лак. Стразы. Вот такие стразы в упаковочке. Потом вот такие вот стразы в упаковочке. Вот это тоже, я так понял, пилка. Тоже пилка. Вот такая куча стразиков. Такие две палочки для обработки кутикулы. Такие губки, ногти. И вот. Вот это вот, я думаю, самое интересное. Здесь должен быть гель. Гель именно для наращивания. Ультрафиолет он, по-моему. По-моему, ультрафиолетовый гель. Да. УФ-гель. Ультрафиолетовый гель. Чуть-чуть какой-то потек. Вот такой вот набор для наращивания пришел сегодня у нас. Значит, в принципе, все хорошо в этом наборе. Единственное, потек немножко гель. Еще раз повторюсь, стоимость оценена в $15. Стоимость точно я не помню. Ссылки будут в описании. Заказ дошел. Ну, не быстро, но все пришло в целостности и сохранности. А, вот еще, такие ногти есть. Вот такие ногти еще есть. Вот, все, а. Вот такой вот набор. Посмотрим, когда они нарастят, посмотрим, что получится. Обязательно сфотографирую получившиеся результаты, обязательно вам покажу. Ну, на этом сегодня все. Всем пока, подписывайтесь на канал, будут еще распаковки. Всем спасибо.